Совет молодых ученых Нижегородской области сформировали, чтобы развивать научную и инновационную деятельность в регионе, а также поддерживать новые инициативы молодежи. От Сарова членом Совета стала студентка физико-технического института Арина Мартышина. Деятельность, она, в общем, будет представлять собой как бы участие вот в этих выездах Совета, то есть он там несколько раз в год будет. Мы будем все собираться и что-то обсуждать, какие-то вопросы, там какую-то статистику, продвижение там по направлениям различным. Арина учится на 4-м курсе направления «Прикладные математика и физика» по профилю «Квантовая электроника». Несмотря на юный возраст, девушка активно занимается научной деятельностью, участвует в различных конференциях, публикует свои статьи в сборниках. Студентка состоит и в Совете молодых ученых при Саровском институте. Арина уже второй год работает в моей лаборатории. Математическое моделирование физики живых систем. И занимается она моделированием процессов, связанных с метаболизмом человека в гепатоцитах, в клетках печени. Членами Совета молодых ученых Нижегородской области выступают представители высших учебных заведений и научных организаций, молодые специалисты госкорпораций. На ближайшее время запланирована очередная встреча Совета в Нижнем Новгороде. Светлана Юрнова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.